Молодцы. Давай дальше. Вот, Оля, руками помогай. Это помогай. Ну, что прям делать? Жанна, Галина, начали. Высокий-высокий прыжочек вместе делаем. Еще. Давайте. А где колонки? В колонки сразу встать должны. Закончили, показали воздух. И сразу в колонки бежим. Приготовились. Высоко-высоко. Легко должны лететь. Высоко тянись. Тянись еще выше. Толкайся на каждом прыжке. Вот сюда. Давай до конца доходим. До конца. Молодец. Первый начали высоко. В конце закончить красиво. Вторые. Голоп. Ножки тяни. Олечка, тяни немножко. Дашь выше. Ноги склеить нужно в полете. Третий начали. Выше вы. Собирай ноги. Нужно их склеивать. Жанетта, вы когда прыгаете, ножки должны собраться. Молодцы. И построились руки, ноги по одной линии, потом ножки раз, перемахиваются. Вот получается уже по очереди. Молодец, мама, старайся не сгибать. Что, по носу заехала? Давай, покажи. Сзади, давай спереди. Ладошка. Ножки у нас перескочили. Раз, два. Поднимай корпус. Все, сама. Оля, аккуратно, чтобы на девочек не налетело. Пошире встаем. Молодец. Карина, еще раз. Ноги в сторону. На ширине плеч. Рука. На ладошку. На ладошку. Вот здесь раз. Ставь. Получилось. Все. Она не может. Пробовал, умеешь? Давай, не ходи. Правую ножку в сторону. Правая ножка. Показали, мы делаем галоп, прыгнули. С правой ноги шагнули шаг, с левой шаг. Вытянулись. Снова галоп. С правой шаг, с правой, с левой шаг. Снова галоп. Правая нога, правая, левая. Сейчас стоите, отрабатывайте сами здесь. Вот открою стенку, чтобы вы учили. Еще разок вместе. Правую ножку все показали вперед. Галоп. Раз. Правая нога, шаг, левая, шаг, правая снова, галоп, правый, еще раз, галоп, правая ножка, левая ножка, снова галоп, правая, левая, отрабатываем. Правую ножку все натянули, молодцы, галоп, раз, правой ножкой, левую натянули. Снова правый, галоп, правая, левая. Жанна, ты запуталась. Правую ногу показала. Галоп, раз. Правый шагнуть. Левый шагнуть. И еще раз в галоп. Давай. Правой ножкой, левой ножкой. Не путаемся. Так, что мы будем еще галоп, два, правая, левая, еще раз галоп, умница, правая сначала, левая, еще галоп, правая, левая. Ну вот же она, да, галоп, шаг, Катюха, чудик мой, это же все было. Давай сюда, раз, два, ну сами выше, еще сгибай. Вот твой прыжок. Так, сложно, что ли, так? Крылья нужны для тренировки. Попробуйте еще раз. Катька, справа. Да, справа. Шаг, прыжок. Да, коленку тут потянуть. Ну, уже неплохо. Еще, начинаем. Голов, шаг, и ножку сгибаем на прыжок. Шаг. Давай, все правильно, Оля. Не бойся. Шаг. Левый шаг теперь. И ножку правую сгибаем в прыжок. Умница. Еще раз. Как у нас прыжок выглядит? Согни внизу ногу. Вот такой прыжок должно быть сделать. Поняла? Еще сгибай. Еще коснуться нужно.
просим правую ножку вытянули. Красиво правую ножку натянуть. С тобой работаем. И раз, и два, и вот сюда три. Еще и сильнее. Четыре вот сюда прямо. И до шуля работаем. Пять. И шесть. Коленки держим. Правая ножка перепутала. Семь. Заложили коленку. Ну, где-то же на стопе должна сидеть. Вот сюда должна сесть. Садись. Заложили ножку на коленку. Восемь. Вытащили. Девять. Приставили. Десять. Другая нога. То же самое. Вытащили уже, Дарина. Давай, работаем. И раз. Выворота стопа. Два. И три. Вот сюда. Четыре. И коленка. Коленка еще. Пять. И шесть. И здесь сложно. Я же говорила, тебе сложно со старшими. Семь. Вот так пока делаем. Восемь. Просто заложили. Девять. Я не знаю, как с тобой будет работать. Приставили. Десять. Сейчас выпрямляем коленки. Также на стопах. Просто вытягиваемся наверх. И раз туда. И два. Вырастаем. Три. И четыре. Коленки до конца выпрямить. Пять. Жанна, это руки ближе. Шесть. Анют, на каждый счет давай. Семь. И остались наверху восемь. Топаем. Раз. Топаем. Два. Три. Четыре. Сильнее. Пять давим. Шесть. Коленки не сгибаем. Семь. Опустились. Восемь. Сели на попу уже. На попу сели. Сейчас согнули одну ногу, другую мне показали руку. Крестик у нас должен выйти. Все помнят? Раз. Под ножку нырнула рука. И сверху упала. Два. Получилось, Даш? Смотри, ты ногу-то не так ставь, а разверни сначала. Да, вот и получилось. Алена, получилось. Аня, Жанна, у тебя получилось. И наверх вытягивается ножка. И раз. Какая рука, Алена? Другая. Да. И наверх. Два. Дарина, пока вот так вот. Три. И... Да, за пятку пока. Четыре. Тяни ногу внизу. И ноги внизу натянули. Пять. И молодец. Я знаю, это очень приятно. Но терпеть придется. Шесть. Еще. Семь. Восемь. Наверху оставили. Тянем. Раз. Вот сюда должно быть. Потом головой. Попу вперед нужно толкнуть. Смотри, у тебя попа опять сзади. Вот. Прогнуться. Раз. Опускаемся. Два. Горбик внизу. Наверх растем. Три. Четыре. Прогнуться. Раз. Опускаемся. Два. Горбик наверх. Три. Четыре. Еще. Это нужно делать. Прогнулись. Раз. До шуси не прогибайся. Все надо делать. Надо, Злата. Два. Опустились. Три. Горбик наверх. Вырос. Четыре. Еще прогнуться. Пять. Попу вперед толкнуть нужно. Тогда через руки аккуратно. На животик. Ручки у нас вытягиваются, ноги переворачиваются. То есть с этого положения мы переходим. Раз, туда ногами уходим. Понятно? Каждый 15 раз делает. Молодец, Катя. Дашка, ноги сильнее вытягивай. Аккуратно подбородком на ковре, чтобы была. Злата, прогиб назад.
Просто ручки прямые, прочить назад. На животе лежим. Все, складочки легли уже. Еще раз. Будем под север. Раз, закрутиться. Закончить. Сразу попу подтянуть, ноги собрать. Но не завышай, просто ровненько. И последний разок. Север. Раз. Ножку, руку вперед. Вот, рука. Да, следи за ней. Закрутили себя. Два. Катя, сильнее закручивайся. Нам вот это осталось. Два, три. Перепрыгивай ее. Молодец.